Привет! За всю мою многолетнюю службу в рядах меломанов я наслушал столько качественной музыки, что диву даешься, откапывая все новые и новые группы, которые продолжают удивлять даже спустя время. В особенности это заметно, уходя из мейнстрима куда-нибудь в андерграунд-сферу, но тут происходит сильная смесь. Порой, слушая давно забытых артистов из 60-х, в особенности их полухиты, это когда в США условно песня была номером один, а у нас о ней вспомнит звукорежиссер, придумывая рекламу Сберс. Спасибо. Кстати, если что, это не шутка. И постоянно ловишь себя на мысли, что ты слышал эту песню ранее, но потом, покопавшись, понимаешь, что это был кавер. Притом кавер, целиком и полностью меняющий и даже затмевающий оригинал. И вот поэтому внезапно я решил запилить данный видеоролик. Сразу говорю, здесь не будет приевшихся каверов. По типу Джимми Хендрикса и его хита All Along the Watchtower. Или кучи хитов от Pop Div из 80-х, которые, конечно, хороши, но, пожалуй, есть что-то действительно уникальное. В общем, думаю, будет довольно интересно. Всем желаю приятного просмотра и приятного прослушивания. Это мой самый любимый кавер в истории музыки, и я решил начать именно с него. Технология композиции Пола Саймона и Арта Гарфанкела очень сильно привязана к медиапространству, и в этом я нисколько не жалуюсь. I Am A Rock — это идеальная поэма поэта, который остается наедине с собой и выплескивает свои эмоции лишь в листок бумаги, находясь в окружении книг, зимнего декабрьского дня и в полном одиночестве смотрящий в окно, при этом параллельно работая над текстом. Мажорная гармония композиции прекрасно заканчивает альбом дуэта и задает позитивный вайб и настроение, несмотря на очень томный и печальный посыл песен, что создание качественной музыки — это очень тяжелый, депрессивный и душевный процесс, в результате которого можно наизнанку вывернуть самого себя, а также донести это до слушателя. Однако группа Red House Painters, являющаяся базой жанра музыки slowcore, возвела эту песню в абсолют. Монотонная минорная гитарная мелодия обыгрывается вперемешку с идеальным вокалом Марка Козелика, человека, который будто висит чуть ли не в петле, и строчки из данной песни Пола Саймона — это последнее, что он произносит. Также Марк довольно часто тянет ноты, отчего и складывается ощущение безысходности. Плюсуем сюда факт, что группа не заимела массовой популярности и известна лишь в узких кругах, что отличает этот кавер даже от оригинала. Попробуйте послушать этот трек в туманную погоду или зимнюю пургу, которая как раз может наступить в данный период времени года. Это отдельный уровень атмосферы в музыке. Tell me that your sweet love hasn't died. Прослушав всю дискографию короля рок-н-ролла, я понял одно. Куда я просрал столько времени? Однако его синглы — это и правда нечто, что и заслуженно по сей день создает кучу компилок с их участием. Вот только если взять эру 80-х, то круче вокала Нила Теннанта из Pet Shop Boys я не слышал ничего. Да, есть много хитов и перепевок из данной эпохи, но этот кавер для меня затмевает оригинал. Песня Элвиса была написана вне времени, что и доказали своими аранжировками и подачей дуэт Pet Shop Boys. Притом данный трек заодно отлично отражает всю эпоху 80-х, когда каверы, казалось бы, устаревших хитов, получают бессмертный статус и могут изгибаться в любую сторону сквозь время и пространство. И если у условных New Order до сих пор имеется бессмертный Blue Monday, который до сих пор крутят на радио, то Pet Shop Boys показали всему миру, как нужно подходить к выбору песни и способу подачи. Треку 40 с лишним лет нисколько не теряет актуальности в плане кавера и обработки в целом. Ронетс. Ронетс — это великая группа всего с одним альбомом, который мало того, что явил миру термин «стена звука», так к тому же имеет огромное количество каверов, среди которых и кавер от Beach Boys.
Альбом 1965 года Beach Boys Today являлся предтечей легендарного Pet Sounds, для которого Брайан Уилсон отобрал любимую песню группы. Фактически он перепел хит от лица молодого парня. Теперь, надеюсь, вопросов не будет. Тема любви в голосе Брайана чувствуется уверенней, нежели в версии Ronettes. Возможно, как раз дело в треклятом шумном звуке. Однако Брайан максимально вытянул эту песню голосом и спродюсировал трек, который смело можно назвать любовной балладой конца лета. В особенности, если вам еще не так много лет, но неизвестно, увидитесь ли вы с ней еще когда-нибудь. Учитывая особенность ранней дискографии Битлов, а именно каверить все, что не приколочено вплоть до 65 года, этот кандидат не нуждается в представлении. Выбрать конкретный кавер довольно сложно, поскольку, как и в споре, какой трек Битлз самый лучший, решать бесполезно. Все каверы, записанные на первых двух альбомах, являются своего рода оригинальными песнями. Ведь группа не только пела уже написанные строчки. Их оригинальная музыкальная и гармоничная подача выводила хиты с одного с ними года на совершенно новый уровень. Так и посреди альбома внимательному слушателю будет неясно при первом прослушивании, что принадлежит перу дуэта Леннон-Маккартни, а что являлось уже написанным, но плохо реализованным. Для меня было огромной новостью, когда я узнал, что фактически женский гимн принадлежал в оригинальном плане мужчине. Знакомьтесь, это Роберт Хазард. Фактически его оригинал пестрил довольно лоу-файным старинным звучанием и представлял собой совершенно обычный рок-н-ролл, направленный на веселье. Однако выход дебютного альбома Cyndi Lauper «She's So Unusual» вывел композицию на совершенно иной уровень. Мало того, что данный трек, как по мне, и предлагался больше для женской аудитории, еще и должен был быть сыгран ровно к середине 80-х, в эпоху танцевальной музыки вне времени. Cyndi справилась прекрасно, не только с песней, но и всем альбомом в целом. Это будто Жанна Агузарова, но слегка ранее и в другой стране. Трек пропитан стереотипным, но обыденным настроем, после которого девочкам и правда хочется дать просто повеселиться под трек и хотя бы на минуты 3-4 забыть о том, что нас всех окружает. Вообще неплохо. Для 30-летней женщины, которая в 20-летнем возрасте была изнасилована женским полом и подвергнута неоднократным избиениям. Это правда очень сильно. Среди любимых песен Цепелинов всегда хотелось выделить любимый дебютник. Этот случай для меня когда-то стал открытием, на какой уровень можно вывести, казалось бы, старенькую песню, лишь одним вокалом. Да не абы кого, а самого сэра Роберта Планта. Мне кажется, именно данным треком Роберт показал еще в 69-м году, насколько мощны были Цепелины, не имея до этого альбома в принципе, и переоткрывая песни, написанные до этого, буквально заново. Случай напоминает Beatles, но учитывая год выхода альбома и нарастающую волну хэви-метала на пару с Black Sabbath, эта песня отлично открывает дискографию группы. В принципе, на этом все. Слушайте, наслаждайтесь и услышимся на этом канале.